В Чувашии появились первые несогласные с массовой кадастровой оценкой недвижимости. Напомню, она была проведена по всей стране, в том числе и в республике, для того, чтобы впоследствии по-новому рассчитывать налог на недвижимость. Пока он основывается на инвентаризационной стоимости, которая значительно ниже рыночной, впредь будет исчисляться с учетом кадастровой, приближенной к рыночной. Ожидается, что произойдет это с 2014 года. Но соответствующие поправки к налоговый кодекс еще не приняты. Нет решения и со стороны республики, а налог отдан на откуп регионам. Кадастровая оценка была массовой и не учитывала индивидуальных особенностей объекта. К примеру, в тенистой части квартиры или нет, мало в ней света или вполне достаточно, дом с лифтом или без. Поэтому законодатель предусмотрел возможность оспорить полученные результаты. Правда, для этого нужно обратиться к независимым оценщикам, обязательно членам саморегулируемых организаций, и выйти с заявлением в специальную комиссию при управлении Росреестра по Чувашии. Такой возможностью воспользовались четверо жителей республики. На данный момент комиссия рассмотрела 3 заявления от юридического лица из Новочебоксарска, не согласившимся с кадастровой оценкой торговых объектов, и владельца однокомнатной квартиры по улице Пирогова в Чебоксарах. По результатам рассмотрения комиссия приняла положительное решение, то есть установлена была кадастровая стоимость в размере рыночной стоимости. Физическое лицо смогло снизить стоимость своего объекта на 200 с лишним тысяч, то есть кадастровая была 1 800 000 и рыночная где-то 1 600 000, а юридическое лицо по двум своим объектам снизило на 20-25% стоимость. Эти сведения были переданы в кадастровую палату для внесения в государственный кадастр недвижимости. Ранее оговаривалось, что обратиться в комиссию нужно до 17 июля этого года, иначе оспаривать результаты оценки придется в суде. Но сейчас стало известно, что, возможно, срок продлят. Вопрос обсуждается в Минэкономразвитии страны. Остается добавить, что данные о кадастровой стоимости размещены на сайте Управления Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн».